в нашем мировоззрении является основой понимания, что мир, который мы знаем, существует 6 тысяч лет. Это аналог 6 дней для того, чтобы был 7-й день, суббота. Мир 6 тысяч лет. Сегодня 5782 год, например. Это значит, у нас осталось 200 лет с чем-то. Конечно, мир может существовать и меньше, чем 6 тысяч лет. Потому что это зависит от того, выполним или не выполним мы работу. Работа – это исправление мира, подготовка его к тому, чтобы он поднялся выше, вошел, все вас ждет в духовные миры высоко, и это будет хорошо и замечательно, этим мы выполним нашу задачу. Но мир не кончится, просто задача людей будет выполнена за 6 тысяч лет. И вот вопрос теперь, мир будет продолжаться, материальный мир будет как бы более-менее завершен, как мы это понимаем, сейчас неважно. И чем будут отличаться люди, которые будут жить вот в этом 7-м уже тысячелетии, или там 8-м, может быть, от нас? Если не знать ничего, а иногда подход такой хороший, подойдем, не зная ничего. Не знать ничего, то мы думаем так. У человека есть тело, будет тело. Есть душа, будет душа. Родился сейчас, хорошо. Родился в 7-м тысячелетии, тоже хорошо. И ничем это не отличается, кроме параметрами, которыми отличаются все люди. Ведь все люди отличаются. Тот, кто родился, скажем, в привычном нам сейчас, 21-е столетие, ясно, что мы больше понимаем в чем-то, чем те, кто родились 1000 лет назад. Или 2000 лет назад, или 3000 лет назад, а в чем-то меньше. Так или иначе мы отличаемся, это нормально. Так вопрос здесь, а чем же мы отличаемся, мы, которые сегодня, от тех, которые родятся в 7-м тысячелетии? Напомню, что 7-е тысячелетие – это уже время, когда мы выполнили все наши задачи 6 тысяч лет. Это значит, по большому счету, мы уже живем по-еврейски все, и мы уже видим мир правильным, мы уже видим, что такое важное и что второстепенное. То есть мы прошли хорошую работу, мы прошли хороший путь. В наших книгах иногда это называется эпоха прихода Машиаха. Я это упомянул, хотя у вас нет. Упомянул, потому что очень часто идет совершенная профанация понятия Машиаха. Представляется, что это просто какой-то добрый дядечка с бородой или без бороды, на осле или на самолете, прилетит в Израиль, возглавит нашу страну. Все народы мира бросятся на колени перед ним, и он будет так управлять всеми, и мир будет хороший. Это распространенное впечатление для того, чтобы дать ответ на вопрос, хоть что-то понимать, что это такое. Но на самом деле приход Машиаха – это не приход дяди или дедушки, или брата родного. Это эпохи, это 7-е тысячелетие и так далее. И поскольку слово «Машиах» означает помазание маслом, которое использовалось в храме, а масло на иврите шемен, а в этом корень шмоне 8-го тысячелетия, то мы понимаем, что это означает, что человечество, люди будут подготовлены к 8-му тысячелетию, уже не к 7-му, а к 8-му. Это и есть помазание маслом. И это совершенно не относится ни к дяде и ни к чему-то кому-то. Это относится к состоянию душ людей. Они уже будут на уровне не сегодня,
то есть бытовуха и тому подобное, на уровне совершенно другом. Вопрос теперь каком? Так что вот так мы пришли к вопросу. Чем отличается еврей в 7-м тысячелетии от нашего времени? Хороший вопрос. Постараемся ответить. И вспомним, что 6 тысяч лет – аналог 6 дней недели. 7-е тысячелетие – аналог 7-го дня недели, то есть субботы. Те, кто соблюдает шаббат, с легкостью меня поймут. Те, кто не соблюдает, но слышали что-то, тоже поймут, что 7-й день недели, суббота, к нему нужно готовиться всю неделю. Это аналог, все 6 тысяч лет надо готовиться. 7-е тысячелетие – аналог шаббата. Шаббат – это значит, что нету никаких, не проводим никакие работы, связанные с материальным миром. Это суббота все-таки некая модель духовного мира, хотя это не жизнь в раю. Это жизнь, как мы сейчас понимаем, но только мы не заняты работой земной. Мы не забиваем гвозди, мы не пилим дрова, мы никуда не ездим, мы не говорим по телефону и прочее, прочее, прочее. Этим мы не занимаемся. Значит, в 7-м тысячелетии мы этим не будем заниматься. А чем мы будем заниматься? Опять аналог с 6 днями недели. Что такое пятница, завершение 6-го дня? Это значит, что ты подготовился к субботе. Что это значит? Это дом ты убрал, стол накрыл, трапеза готова, и это есть аналог конец 6-го тысячелетия. Дом убрал, каждый легко представить себе модель этого, дом убрал. Легко представить себе, стол накрыл, все готово, все уже сделано для трапезы. И трапеза сама готова. Ты все это легко представляешь. Это надо было сделать за 6 тысяч лет. И в 7-м тысячелетии люди будут, как мы, но у них уже это все будет позади. Значит, у них будет настроение субботы. Это значит, духовный мир, духовные явления – это есть суть субботы. Потому что если человек, еврей, в субботу ничего не делает, это хорошо, потому что такие бытовые работы нельзя делать. Но просто ничего не делает, спит весь день. Это суббота? Нет, это не суббота. Хотя он ничего не нарушил. Он весьма честно проспал на диване 24 часа. Соблюдал субботу? Нет. Делал запрещенные вещи? Нет. Но человек не живет тем, что он не делает запрещенные вещи. Он живет, что он делает нужные вещи. И поэтому в субботу человек делает нужные вещи. Весь день посвящен в соответствии с душой человека, с его склонностями, умениями, знаниями, у каждого по-своему, нужными вещами. Он находится в синагоге, он имеет время для спокойной, серьезной молитвы, он имеет время для изучения Торы. Ему не нужно оставлять время беспокоиться, поджарить, сварить, что-то починить стул, починить стол. Этим он не занят. Более того, запрещено даже думать об этом. Он полностью освобожден от всего этого. Это и есть понятие 7-го тысячелетия. И тогда вам понятно настроение человека 7-го тысячелетия. Позади уже все есть, все сделано из земных дел. Теперь он полностью свободен для духовных дел. Он еще не завершил все. Еще 7-е тысячелетие надо прожить. Еще субботу надо прожить. Но он уже освобожден. Знаете, вот момент наступления субботы, как бы включаются некоторые часы, и побежало время, время субботы. И он не должен ни о чем заботиться и думать. Это и есть суть 7-го тысячелетия. Потом будет 8-е, я здесь не буду говорить об этом. Я хотел просто вдохновить всех, кто нас слышит, о том, что на пенсию мы не собираемся выйти в 7-м тысячелетии, мы собираемся еще больше подняться в духовном плане, задействовать все, что мы успели в 6-м тысячелетии сделать, и перед нами будут другие возможности, и будет интересная жизнь, интересный мир. Всего доброго, до свидания.